Привет. Хорошо. Сижу, ем. Так всегда. Собственно, это говоря. Хорошо. Сохраню. Да. Привет. Вообще, я хотела провести... Спасибо. Эфир на тему пластической хирургии и своего мнения раз и навсегда, чтобы сказать. Но я смотрю, очень мало людей. Да, это я в спортбаре. Не в спортзале. Спортзал вон чуть дальше. Но я до туда не дошла. Нет, Маша не звонила. Я просто обожаю вот эти штуки. Я себе что заказала? Целую коробку домой таких. Что случилось у Тимура? Ну, как бы исходя из того, что в интернете, случилось следующее. Слава прооперировалась у Тимура. Да, нормально. Ну, просто не ругайте. Слава прооперировалась у Тимура. И я так поняла, что несколько направлений было. И одно из них ей не понравилось. То есть зажило как-то не так. Вот. Я коробкой покупаю, по-моему, 800 или 900 рублей, 12 штук. Ее это не устроило. И она спустя время переделала у другого врача. Я так поняла, в Европе. И решила, так сказать, на своем опыте, да, ну, получается, неудачном, обезопасить свою аудиторию, которым она порекомендовала. Вот. Я так поняла, что сейчас собирают коллективный иск против Тимура. За себя я уже писала. За себя я уже писала, что я несколько раз, да, переделывала у Тимура грудь, но никакому другому хирургу я не пойду с грудью. Никому другому я не пойду. Только под ножом, прости, Господи, у этого врача я чувствую себя в безопасности, реально в безопасности. Я не знаю, как вам это объяснить. Просто я так чувствую. Я прекрасно отхожу от наркоза. Я прекрасно себя чувствую после операции. Как будто бы я просто отдохнула. Ну, побаливает, конечно, да, но чего-то сверхъестественного нету. Прекрасное отношение в клинике, прекрасное внимание Тимура. Да, он пробегает быстро. Да, он немного может немного уделить времени своим пациентам, но у него их много. По поводу большого, как вы говорите, процента отрицательных операций, да, недовольных у него. Но вы посмотрите, пожалуйста, какое у него общее количество операций. Конечно же, когда делает меньше количество людей, недовольных будет меньше, потому что людей в целом, да, 100% это другая сумма будет людей. Или же это будет 100 человек в месяц, или же это будет больше человек в месяц, или в год возьмем, или все вот, короче, в этом роде, вы меня поняли. Соответственно, когда большое количество людей, конечно же, недовольны будут. И еще, вы мне покажите хотя бы одного хирурга, хотя бы одного, у которого нету недовольного пациента. Хоть одного, покажите мне такого. Нет таких пациентов, нету ни у одного врача. У любого врача найдется недовольный пациент, чем-то недовольный, что-то зажило не так, что-то встало не так, что-то, блядь, криво, косо, это бывает. Поймите, что пластическая хирургия – это не взять чистый белый листок бумаги, нарисовать на ней белую линию, и что ничего не будет мешать. И то какие-то внешние факторы могут повлиять на это. Но это бумага, это карандаш, это же не живой человек, это же не скальпель, не тело и все в этом роде. Потом, Мельников,
давайте возьмем Мельникова. Мельников делал операцию Серовский, по-моему, да, Надя? Она переделывала уже два раза у него. Уже два раза она у него оперировалась и собирается, по-моему, насколько я помню, собиралась оперироваться третий раз. Что? Потрясающий хирург? Нет. Тоже с чем-то она была недовольна. Что-то она переделывала. Переделала, и все равно осталось что-то не так. Поэтому, пожалуйста, не надо на моего хирурга так набрасываться. Это потрясающий врач, профессионал своего дела. И, конечно же, это человек, это не робот, он не запрограммирован. Да, получилось что-то не так. Да, такое бывает. Но он никогда не бросит своего пациента, никогда он его не пошлет, он никогда не откажет ему в помощи и никогда не откажет ему в обратной связи, допустим, просто по обратной связи, по операции. Никогда мне не отказали в этом. И, кстати, еще каждый человек, который ложится на операционный стол, подписывает бумажечку, что он не несет, не имеет никаких, что там он не имеет. Короче, блядь, ничего он там типа не имеет, подписал бумажку, делайте со мной, что хотите. Поэтому я буду защищать своего врача. Да, я оперировалась у него три раза. И да, если я пойду к нему четвертый раз. И я совершенно не буду за это переживать. Еще вопрос по поводу того, что все переделывают. А вы знаете, что большинство девушек переделывает повторно? Почему? Потому что на маленький объем. И когда мы хотим переделать сами добровольно второй раз операцию, потому что нам мало, это ничего страшного, да? Правильно же? Если же мы сами хотим, это же уже не такой вред здоровью, как вред здоровью, например, если кто-то ошибся. Настя, а я тебе сейчас скажу, я сделала зубы, и меня послали. И это даже не пластическая хирургия. Это там не такие расходники, они стоят не таких денег. И, между прочим, меня послали в жопу, мне сказали, если мы будем вам переделывать, мы будем переделывать вам по полной стоимости. Посылают. И это известная клиника, которую рекламирует Ксения Собчак. Так что, ребята, костюмчик сода мода. По поводу сейчас своей груди, я ей очень довольна в плане, она прямая вся, она ровная. Она очень красивая. Я уж, извините, не буду вам прикреплять фотографию голую, потому что меня просто выгонят из дома. Но прошу поверить на слово. Она реально ровная, она реально красивая. Но она маленькая, да. Здесь Тимур почему-то решил поставить более маленькие объемы. И я с ним решу этот вопрос. Можете не переживать. Я с ним договорюсь, мы придем к какому-то компромиссу и что-то с этим сделаем. И да, если что, я буду оперироваться, буду у него. Я не пойду никому другому. Потому что только я три раза оперировалась у этого человека, и моя ареола выглядит прекрасно. Она не растянутая, не перетянутая, не кривая, там еще какая-то косая. Все прекрасно. Иск Тимуру ведь по поводу того, что он сказал, что они деньги вымогают. Но, возможно, он не отвечает в соцсетях, и его сотрудники сработали неграмотно. Я думаю, что вот этот вопрос, по поводу которого к нему иск, это, скорее всего, был уже непосредственно личный диалог. Я так думаю, мне так кажется, я не могу уверять, я ничего не знаю. Просто со стороны, как мне кажется, что это был уже личный диалог, допустим, Славы или Любви Успенской с Тимуром непосредственно. Возможно, просто до последнего никто не хотел это оглашать. И, возможно, если Тимур отказал, то, скорее всего, пошла вот такая вот уже реакция. Гуар, от него дырка в груди, не неси хуйню. У меня тоже я уже три раза оперировалась. Смотрите, давайте возьмем меня. Я уже три раза оперировалась. Все два раза у меня все было хорошо. На третий раз ткани заживали дольше, чем положено. Что, он косой с третьего раза только, что ли, получается? Или он, если был бы косой кривой, он бы был, наверное, с первого раза бы херово меня зашил? Возможно, что-то с организмом реально было не так в этот момент. Потому что я вам говорю, два раза у меня все хорошо заживало, на третий были сложности. Но меня никто не бросил. Никто. Мне сказали, что сделать, что принять, что пить, что делать. Спасибо большое, конечно, но
это же мое тело, я же сама решаю, да, что с ним делать, при всем уважении к вам, мои дорогие подписчики. Я на гитаре играть, к сожалению, не умею, и с собакой гулять я тоже не пойду. То я тараторила только свое. И, кстати, Гуар все равно не выдвинула к нему своих обвинений. Правильно же? Правильно. Зубами, да, я буду разбираться еще. Я хочу поехать в клинику и разговаривать с ними непосредственно, потому что они сделали. И скажу, что, уважаемые ребятушки, если вы сейчас не будете переделывать свои косяки, то мы пройдем с вами в ближайший суд. Самое лучшее, спасибо. Таких хирургов, как Тимур, просто море. Вот идите, пожалуйста, к ним. В чем проблема? Вас же никто не заставляет к нему идти. Это же осознанный выбор каждого человека. Вот я не верю, что ее изуродовали. Что значит изуродовали? Я уже даже с мужем общалась на эту тему. Понятие эстетики, оно, во-первых, растяжимое, да? А если у девушки своя грудь далеко расположена, то, извините, сделать ее очень близко не получится. Это нужно будет просто сосок оторвать и пришить его в другое место. Если я просто не понимаю, что значит изуродовать. Я 3 раза была под ножом у этого человека, и меня не уродовали. Меня не уродовали ни разу. Почему меня не изуродовали? Настя, ты имеешь в виду по зубам, да? Я вот с ними уже 3 года. 3 года я пытаюсь с ними, не 3, может быть, 2. 3 года я пытаюсь решить с ними вопрос. Мне просто прислали прайс, за который не готовы мне все переделать. И говорят, и сказали, что переделать несколько зубов не получится. Нужно только весь рот переделывать опять, прикиньте. Что значит тебе повезло? Что значит тебе повезло? Меня же один врач оперировал-то все это время. Повезло. У меня очень красивая грудь, реально. Я даже вчера нескольким подружкам прислала, мужу показываю. Он говорит, прекратишь, говорит, свои сиськи всем рассылать? Идти твою мать. Ну вот. Так что у меня все красиво за ровность, за то, что все стоит на месте, все у меня хорошо. Поэтому, когда говоришь, он уроды, я просто не понимаю, что в их понимании уродует. Но если, извини меня, допустим, у тебя исходник был говнище, ну что же здесь поделать? Никому не в обиду. Консультацию с юристом возьми, уже сидишь. Возможно, да, кстати, надо взять консультацию с юристом. Мне, кстати, нужно уже идти. О, Али, привет. Это, я не помню, как правильно, главный менеджер, по-моему, по анимации из отеля, где мы с Сережкой отдыхали. Славе делать нечего, походу. Более чем уверена, что Тимур предлагал ей переделать, но, возможно, она просто не захотела, не согласилась. Но здесь уже как бы, ну... идти совсем мало было. Но у меня сегодня времени просто немного. Зубы, ну я уже говорила, что мне слишком широкие сделали. Это не моя ширина зубов. У вас красивый грудь, но, если честно, вам та больше подходил. Я тоже считаю, что мне та больше подходила. Поэтому мы с вами соберем коллективный опрос. И я принесу это Тимуру. Скажу, Тимур, смотри, даже все говорят, что побольше это лучше. Вот. Нет, бесплатно все я не переделывала. Я платила какую-то сумму, я не буду говорить, какую сумму, потому что 2 раза у нас были разные условия. Я не могу их разглашать, потому что я не знаю, как там с другими, допустим, пациентами. Но я платила бесплатно, я ничего не делала. Крис, что за кольцо красивое у тебя на руке? Какая марка? Какое? Вот это? Вот это? Это Cartier. У меня все кольца Cartier. Будет у тебя мама фотка.
Почему я говорю вопрос о Маше? А что там, что, скучаешь ты по Маше? Ну, уж извините, но нет, я ее видела не так давно. Что мне по ней скучать? Так, сколько раз в день принимаешь пищу? Вот сегодня только второй раз. Мужу какой вариант больше нравится? Мужу нравится сейчас. Он не хочет, чтобы я переделывала, но мне мало. Мне некомфортно. Я чувствую себя уверенно более большим объемом. Я считаю, что мне он больше подходит по моим пропорциям. В каком приложении обрабатываете фото? Я обрабатываю в FaceApp иногда, если там ну, нужно подкорректировать моську. Но опять же так, чтобы это не было сильно заметно. Потом Photoshop, потом цветокоррекция, не знаю, как правильно называется, VSCO или как-то вот так. Муж прав. Ну, я сама разберусь, потому что это все-таки мое тело, мое дело и все дела. А ты почему переделывала, больше делала? Я делала больше, да, первый раз. Второй раз мы просто... Ну, это было лишним, занизить подгрудную складку, из-за этого имплант просел и создался угол. Сейчас мы подняли эту складку подгрудную, и все стало ровно. Но нужно было побольше имплантик поставить, и все было бы прекрасно. Как вы оплачиваете FaceApp? У меня пожизненная подписка, когда такая еще была, я оплатила тогда какую-то дорогую вот подписку, и она была не годовая, а пожизненная, поэтому мне больше не нужно платить за FaceApp. Первый раз нельзя было ставить большой объем, ни один здравомыслящий хирург никогда не поставит вам 400 мл в первый раз. Если вам такое поставят, это будет глубочайшая ошибка. Так делать нельзя, потому что мышцы ваши не растянуты под этот объем. Если, конечно, только вам ставят не под мышцу, а просто под молочную железу. И то я не знаю, кто так еще делает, но у меня вот стоит под мышцой. И под мышцу нельзя было ставить сразу большой объем. Ну, это в фотошопе, там нужно убирать, короче, заплатками всякими там. Нет, не знаю, что панические атаки. Мужу ради своего спокойствия это больше нравится. Ну вот да, он просто уже не хочет, чтобы я переделывала. Я не хочу полнеть, мне тогда нужно будет идти липосакцию делать. Так, ну давайте я пойду, потому что у меня... Привет, привет, Зе, привет, всем привет, всем привет. Ты ведь рассталась с его братом. Ёб твою мать. За кого-то другого я вышла, идти твою мать, а? Нет, я не разводилась, я вышла один раз замуж и навсегда. Никакого секрета нету, просто ничего с ним не делаю. Костюм, сода, мода. Все, всем пока. Я еще постараюсь выйти к вам. Надеюсь, я все вам про Тимура ответила. И, возможно, если дальше будут какие-то негативные комментарии, я просто закрою комментарии и удалю весь негатив, который там был. Потому что я хочу, чтобы моему врачу было приятно, и мне не было стыдно за свою аудиторию, которая его говном поливает. Всем всех целую, всем пока.